Кинжал, прием. Слышу тебя, Кинжал, что там? Подтверждаю информацию. Близ находится в комплексе ООН. Засел в здании Генеральной Ассамблеи. Тут у него и укрепление, и куча этих грёбаных турелей. А, у него еще вертолет. Ну, в общем, можешь сказать Бенитосу, что он здесь. Понял тебя. Передам наверх. Вот она, последняя база батальона в Манхэттене. Кто бы мог подумать, что эти козлы засядут в здании ООН. Раз никто не собирается принимать осуждающую их резолюцию, то выселять их придется нам. Мы перехватываем их переговоры и следим за зданием. Уже ясно, что именно здесь полковник Близ собирается дать последний бой. Скорее всего, Черненко тоже здесь. Тот русский ученый, которого они увели из консульства. Если мы завалим Блиса, то отрубим змее голову, захватим это место и бежать им некуда. Люди капитана Бенитоса пойдут на штурм ключевой позиции батальона. Это отвлечет внимание врага и позволит тебе проникнуть внутрь и отключить автоматические турели. После этого в атаку пойдут основные силы, и тогда Близ окажется в ловушке. Но все зависит от тебя. Чтобы выбить батальон из здания ООН, в первую очередь нужно пробраться мимо этих пушек и проломить стену. Мои люди постреляют в часовых и тем самым отвлекут внимание, а ты сможешь заложить взрывчатку и проникнуть внутрь. Я даже не думала, что когда-нибудь мы выйдем с вокзала близких ублюдков. У нас тоже все готово. Теперь дело только за тобой. Зачистишь южный вход и пойдем на штурм. Пойду посмотрю, что там. Внимание! К вам приближается противник. Повезло, что ты за нас. Смотрите, кто пришел. Мы вошли! Недалеко от тебя вход в тоннели, проложенные под зданием ООН. Как доберешься, нужно пройти 200 ярдов на север. Бросай отряд и бегом.
Вы на месте подрыва. Устанавливайте взрывчатку. Противник. Внимание! К вам приближается противник. 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 Как же ты долго? Разворачивай турели и открывай главные ворота. Скорее! Давим! Внимание! Кидай!
на двор не беспокойся. ОТГ его удержит. Иди в здание Генассамблеи. Твоя цель, Близ. Убей его как можно скорее. Твоя главная цель — Близ. Но мы полагаем, что в здании также находится Киннер и тот русский. Я попросила ОТГ их поискать, но если ты их увидишь, ты знаешь, что делать. Пойду посмотрю. Пойду гляну. Поблизости обнаружена эхозапись. Близ, батальон, с ними покончено. Я выведу отсюда нашего и много. Отвлеките боя сотрудников спецотряда, пусть не лезут. Встретимся позже. Вот, послушай, Близ в эфире. Попытаемся вычислить, где он. Сейчас я тебя подключу. Лживая сука, Аарон Киннер воткнул нож нам в спину. Всем, кто сейчас не на стене, приказываю выследить этого предателя и его русского дружка. Они не должны уйти живыми, ясно? Сэр, стены больше нет. Бойцы ОТГ ворвались в здание. Ваш вертолет готов эвакуировать вас. Твою... Ладно, иду. Он попался. Вперед, в зал Генассамблеи.
Сэр, над главным зданием зависла вертушка! Это Близ. Твою мать, мы опоздали. Агент, с Близом мы облажались, но его штаб, возможно, еще не удрал из Генассамблеи. Давай туда, быстро! Я тебя найду. Вспышка, берегись! Ну давай, вперед! Противник. Еще остались бойцы батальона. Тебе нужно... Прости, капитан, я прерву. Агент, в этой комнате должны быть все разведданные батальона по Манхэттену. Найди терминал и скачай все, что там есть. Дама права. Действуй. Внимание! Противник! Противник. Цель в укрытии.
тут много любопытной информации. Похоже, батальон следил абсолютно за всеми. Тут что-то странное. Я скажу Ротсу, пусть займется. Остатки батальона разгромлены. Все уже практически закончилось, так что двигай к нашим во дворик. Мы решим, что делать. Солдаты последнего батальона, это ваш командир, полковник Чарльз Блисс. Говорю вам, сегодня победа будет за нами! Мы солдаты, мы выжили в эпидемии, мы навели порядок на улицах Манхэттена, и мы не капитулируем перед кучкой каких-то волонтеров-оборванцев! Все на штурм вражеских позиций! Мы отобьем этот комплекс и будем драться до последней! Ну-ка, сбей этого гандона, достал! А ну-ка, сбей этого гандона, достал! Агент, подмога уже идет. Продолжай обстрел. Только не подставляйся. Перенацелишь эти турели на противника. Осторожно, агент, мы не знаем, что у него еще есть в арсенале. Укрытие, быстрее! К тебе приближаются пехотинцы, подкрепление батальона. Осторожней! Внимание! К вам приближается противник. Агент!
агент. Тебе только что удалось убить командира последней крупной вооруженной группировки Манхэттена. Тебе удалось сломать хребет батальону. Хотя это было нелегко, и мы понесли большие потери. Зато больше никто не будет вербовать мирных жителей, приставляя им пистолет к виску. Отдельные мелкие шайки еще остались, но мы их можем громить хоть пачками. Обнаружен активный эхо-маяк. Ну вот он я, Аарон Киннер, блудный сын первой волны. Такие беседы лучше вести лицом к лицу, но я не на все 100% уверен в твоей реакции. Когда за тобой наблюдает Лао, ты делаешь одно, а когда тебя спускают с поводка, совсем другое. Интересное несоответствие. Я думаю, в глубине души ты все понимаешь. Ты знаешь, что старый мир, законы, правительство, все это умерло в Черную Пятницу. Но вот бешеные контрактники, беглые зэки и все те, у кого хватит пороху взять свое, они-то выживут, как и я. У тебя тоже был такой шанс, но все упирается в присягу, да? На тебе лежит долг. То есть твоя совесть тебя же и поимела. Спроси себя, кто имеет право тебе указывать. Ты знаешь, сколько агентов погибло в боях за темную зону, а наше начальство все равно плюнуло и оградило ее стеной. Не веришь мне? Сходи и посмотри своими глазами. Те, на кого ты работаешь, уже ни на что не влияют. Амхерст изменил правила игры, и я знаю, как в ней победить. У меня есть Черненко, ДНК-принтер и весьма любопытный список формул. Теперь я сам буду устанавливать правила. Ты еще можешь успеть на этот поезд. До встречи. Агент, все данные из лаборатории – настоящий подарок судьбы. Теперь мы одолеем эту заразу. Но мы обнаружили кое-что еще. Голос из могилы. Послушай, что говорит Амхерст. Перед вами вирус оспы. Один из самых опасных патогенов на планете. Столетиями этот вирус отлично справлялся с задачей контроля за популяцией человека. Но времена меняются, и иногда матушке природе требуется помощь в совершенствовании ее творений. Например, можно их подстегнуть. Научить заражать других носителей, даже в инкубационный период. Сделать еще смертоносней. На самом деле, это не совсем моя разработка. Мой друг Виталий – один из первопроходцев в этой области. А идея уже давно витала в воздухе – цифровой геном. Понимаете, оцифровка ДНК – это возможность моделировать мутации. За то время, что ушло бы на выращивание одного поколения живых патогенов, теперь можно создать 1000 виртуальных. А потом выбрать самые смертоносные и материализовать их. Вот так и делается вирус-убийца. Смешать генетический код различных патогенов и выкрутить на максимум параметры летальность и вирулентность. 90% смертность. Вот чего я хотел добиться.
Не уверен, что достиг своей цели, но, если честно, это и не обязательно. Когда большая часть человечества вымрет, у Земли появится шанс. Считается, что технический прогресс убивает планету. Но на самом деле проблема не в прогрессе, а в алчности, которая им движет. Но на пути к 100-долларовым картам геномов и пластиковым игрушкам из 3D-принтеров произошла забавная вещь. Кое-кто понял, что прогресс можно обратить на благо планеты. Это был я. Мой вирус сделает то, что всегда брала на себя природа. Определит, кому жить, а кому умереть. Если природа решит, что я умру, так тому и быть. По крайней мере, в этом я буду не одинок. Естественный отбор в чистом виде, чуточку подкрепленный неестественным вмешательством в геном. По сути, это все информация. Жизнь — просто метод ее обработки. Точно так же, как я обработал геном оспы на своем ноутбуке. А может, таков и был изначальный замысел? Если вы каким-то чудом переживете зеленую отраву, значит, вы победили. Вы заслуживаете жизни. А остальные — нет. Вот так. Удачи. Увидимся в аду.